Всем привет, меня зовут Аня Шмафин, и сегодня мы посмотрим на демку инди-хоррора, который с первых же минут сказал мне, что мне не нужна твоя мышка и твоя клавиатура, я хочу геймпад, поэтому я буду ерепениться, пока ты не подключишь геймпад. Я подключила геймпад, и он выдал мне огромное окно, что типа, мол, что ты из этого хочешь видеть, а что не хочешь. Ага. Типа, это спойлеры. Типа, главный персонаж — это абьюзер домашний. Он бухает алкашку, принимает колеса или курит сигареты, чтобы восстановить себе ХП. Вот это интересно. Так, здесь есть супернатуральные скримеры. Также есть... несколько взрослых трупов, оба мужского и женского пола, полностью голые. Так, главный персонаж, герой Второй мировой, ветеран, у которого посттравматическое расстройство. Поэтому его там вовсю... И он, собственно, из-за этого расист. Некоторые женские персонажи — жертвы насилия. Также тут есть люди, которые выпиливаются, насилие и горе. Называется она Ghost at Dawn. Возможно, я только что все проспойлерила, но это вроде демка, тут не весь сюжет. Нажмем старт и посмотрим. На самом деле, когда я смотрела на трейлер, да, она была анимешной. Как-то вот... To Mr. Ben O'Hara, PI. It is my understanding that you do not meet with prospective clients face-to-face until terms are agreed upon. Surely, this is for the same reason why you use an Irish-sounding moniker rather than your given name, Benjito O'Hara. Don't worry, your secret is safe with me. It is such a shame that a man who served his adopted country honorably, fighting that madman in Germany, must still fear anti-Japanese resentment when he returns home. This is precisely why I write to you. My sister is missing, and no policeman or private eye in all of Seattle seems to be concerned about a missing Jap girl with no papers. You could not imagine my relief when I heard tell of a Japanese-American private investigator right here in the city. I beg you, take my case. Find my sister, my Emmy. She was supposed to arrive last month from Japan. Our parents finally saved enough to send her to live with me here in Seattle. I was to pick her up at a remote hotel resort not too far from the port called The Pines. When I arrived, I was shocked to see the place boarded up. I'm told they had many Japanese on staff working off their travel costs. But Emmy's travel expenses were covered in full, and she should have been waiting there for me. Perhaps you could find some record of her there. Please, I've nowhere else to turn to. Find my Emmy. Sincerely, Yuhiko Kusuke. Поскольку письмо было очень быстрым, я пыталась понять его суть. Короче, девушка пишет письмо детективу, он, ну, опять-таки, после войны и все такое, обладает своими... А, понятно, почему тут все это танковое управление. В общем, короче, она ему говорит: найди мою сестру. И она, и родители отправили ее сестру в Японию, она оставила ее недалеко от порта в гостинице, и после этого ее сестра пропала. И только один вот этот чел может попробовать ее найти, потому что полиция отказывается искать японскую девочку без документов. Управление это просто жопа, оно капец неудобное. Так, Дискобулус, грек, я думаю, отель, владелец отеля, странный вкус. Ну, любит он греческие вещи, что такого. Заперто. Просто проблема в том, что, типа, он ходит на вот эту пимпочку, и вот...
только если я нажимаю вперед, он идет вперед. Потому что если, ну, типа, мне, чтобы его развернуть, нужно вот этот весь полный цикл как-то его вот повернуть, чтобы он, блядь... Да, вот, вот, вот это. И это очень неудобно, потому что я могу случайно нажать назад, и он будет вот, вот так ходить. Ну, короче, полный, полный кошмар управления. Так, ничего со мной не говорит. Там нечего взять, он говорит, да. И насколько я знаю, тут есть какая-то боевая система, и это будет полная жопа. Ага, тут номер 102. А чё тут эта дверь-то сразу? По виду и описанию. Держись подальше от тьмы. А чё, у меня ничего нет. Так 101. А я зашла в 102. Подожди. А я борзый, я это пойду. А, вот, меня начинает крыть. Как интересно. На самом деле эффекты прикольные. Ты присоединился к ним. Кому? Вот этим людям, которых мы видели на картинках. Сейчас придется все делать заново. Да. Да, старт. Вот и поиграли мы в игру, потому что потому. Вот сейчас самая жопа в этой игре — это управление. Если бы оно было человечески нормальным, ну, типа, даже есть игры с удобным танковым управлением, даже на клавиатуре. А почему я же ключ от 101? А как он у тебя появился? Ну, перегорело. Ага, вон там ебаный свет. Так, stay out of the dark. Подожди, а как у меня появился в прошлый раз ключ от 101? А ей, походу, по кайфу. Ну вот, 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 блядь, как выйти? Подожди, а как у меня в прошлый раз появился ключ от 101? Девка что-то там поугарала надо мной. А, там какая-то свечка, которая отгоняет злых духов. Возможно, я могу ее зажечь спичками. Так у меня нет спичек. Заперт. А там дарк. Это что мне там? Девка как что-то показывает. Неприличная, небось. Иди посмотри, она там сиськи показывает или что она там делает? Непонятная женщина. Выебывается что-то, короче. О, это сейфрум, походу. То ли зайдем? Что-то для отеля слишком какой-то охуенный туалет у вас, я хочу сказать, с коврами. Бля, есть отражение. А есть что-то за мной? Возможно, это все тени. Да там, блин, отражение-то не видно нихуя. Ага, записочка.
to Mrs. Fitzgerald. Trudy, listen, honey. I know you're mad, but this is overblown. You are not leaving me. Perhaps you've forgotten the vows you made before God. I booked the room next door. I'm leaving the key here on the desk. Come over. I'll light those fancy candles you like and make it real romantic. We can discuss our future together. With love and commitment, Vance Fitzgerald, your husband. Для миссис Фиджеральд. Послушай, дорогая, я знаю, что ты сбешена, но это все пройдет. Ты не бросаешь меня. Ты же помнишь обещание, что мы дали перед самим Господом? Я опишу тебе комнату за соседней дверью. Я оставил ключ здесь на столе. Приходи, я зажгу те миленькие свечи, что тебе нравятся, и мы сделаем реально, романтик. Нам стоит обсудить наше будущее вместе. Типа твой муж. Твой муж объелся груш. Взять? Ну, конечно, взять. Что, буду отказываться, что ли? Как будто кроме меня, то еще кто-то может и взять. А можно сесть? Здесь где-то есть женская одежда, консервативный вкус. Где? Ничего тут нет. Ты ебанулся, мужик? Тут нет никакой одежды. А, нет, ты про шкаф. Ты говоришь, он просто смотрел. Че? Это не одна я видела, я думаю. А она ушла, перестала сиськи показывать. Подожди, а какой ключ? От 103 он мне дал. Блять. Какое же жопное управление, ей-богу. Просто кошмар. О, спичка. Блять, ну конечно. На самом деле игра чисто стилистически, визуально, то есть даже вот музыкальное сопровождение каждой комнаты сделано очень прикольно. Ну, блять, управление, это просто жопа. С ним реально нужно бороться. Ничего полезного, говорит, нет. А что это? А, это патроны. Так, я ничего не вижу, говорит. А! В танковом управлении есть свое очарование, но если оно сделано нормально. О, сигарет. О, ломание четвертой стены. Или на что ты смотришь? Блять, я ж не вижу. Если бы он хотя бы просто ходил на стрелочки, возможно, это было бы удобней. Но, блядь, это просто невыносимо. В любом виде невыносимо. А как у меня в первый раз получилось включить 101-го? Все, горит.
А вот как я его взяла. Все, у меня есть ключ 101. Так, я использую правильный ключ, но что-то блокирует дверь с другой стороны. А, вот оно. Это Эми Коски. Ага, это все мои записки. Так, а я могу зажигать во тьме эти спички? Могу, но походу она еще и гореть будет недолго. Блять. Нихуища, блять, не вижу. Мать. Вашу. Дорогой бог же, здесь нет дьявола, нет злых духов, здесь только девочки, маленькие девочки. Вот что я называю, что были посланы демоны с самого Аида. Что бедные детки сделали, чтобы заслужить такую судьбу? Это за все наши грехопадения, всех из нас, тень существования, истязания и боли, они чисто страдали в своей жизни, и они страдают сейчас в смерти. Мой зов был ложью. Я сейчас иду и вижу, что ад ждет меня. Я что-то там взношусь тебе, Боже. Отец Тимоти О'Брайен. Бля. Опа. Что-то блокирует с другой стороны. Это и есть то место. Опа. Я нашла труп. Взять. Конечно же, взять. Я взяла ключ. Так, это что-то открывают на первом этаже. Бедный ублюдок. А, это он, наверное, и есть. Вот этот Тимоти кто-то там. Чё? Ого, как у него руки трясутся. Подожди. Пожри таблеток. А она тут. Ничего себе. Ты присоединился к ним. А что, мне прям заново все? Ну, походу, да. Ну, как я и говорила, игра выглядит очень классно. Я просто не очень хочу проходить ее заново. У нее и сюжет вроде нормальный, и визуал нормальный, и с музыкой все отлично, и с игрой все замечательно. Но вот управление это просто жопа. Вот прям через него нужно прорываться. Если бы они сделали другое управление или просто сделали бы игру, там, я не знаю, с видом от третьего лица, было бы гораздо лучше. И цены бы этому хоррору не было. А в итоге все хорошо, но управление говорит о том, что в эту игру играть я буду, ну, с большим трудом, я буду очень много страдать. Но они говорят, что демо не отражает то, что будет в финальном версии. Я надеюсь, что они управление доработают, потому что сейчас игра выглядит вот во всем остальном очень хорошо. И, честно говоря, мне бы хотелось в нее поиграть и, в принципе, понимать, что вообще происходит. Да и в целом она мне нравится. Но управление — это невыносимо. Это просто
просто сплошное мучение. Но в любом случае будем ждать, посмотрим, что из этого выйдет. Может, из этого вообще ничего не выйдет. Ох уж эти демки. Ну а пока что обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, оставляй комментарий. Всем спасибо и всем пока.